Накануне в 10 часу вечера у наших восточных соседей в Тобольске, в пятиэтажке на улице Ремезова, после мощного хлопка, переполошившего всю округу, из квартиры на 5-м этаже вырвалось адское пламя. В мгновение ока огонь перекинулся на крышу и на самые верхние соседские балконы. По свидетельству очевидцев, люди выбежали во двор. Взрослые кричали, дети плакали, а примчавшиеся огнеборцы с земли и с выдвижных автолестниц мощными струями воды сбивали жуткое пламя, испепелившее в итоге 800 квадратов жилого пространства. В эпицентре газового взрыва хлопка серьезно пострадали 3. Женщину увезли в реанимацию. Еще 2 жильцов в удовлетворительном состоянии доставили в областную клинику. Из дома были эвакуированы 296 жильцов, один из которых, а точнее сказать, одна жиличка, выскочила во двор с иконой и все время молилась, чтобы побыстрее все это закончилось. В это самое время с огнем боролись 60 пожарных. На утушке было задействовано 20 единиц спецтехники. По распоряжению чиновников городской администрации к дому подогнали автобусы, на которых жильцов развезли по гостиницам и хостелам, выбирая их с таким расчетом, чтобы людям поутру было проще добираться до работы. По словам одной из жительниц, специалисты недавно проверяли газовое оборудование в их доме, и никаких нареканий не было. После утушки пламени здание осмотрели специалисты и заявили о том, что при взрыве несущие стены не пострадали. На особом контроле вопросы размещения граждан, оказания им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат. Также взяты на контроль ход и результат процессуальной проверки, проводимой МОМВД России Тобольский по данному факту. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.